Мы начинаем сольный концерт. На сцене насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, победитель телепроекта «Голос 4» на Первом канале, иеромонах Фотий. Добрый вечер, Москва. Приветствую всех гостей и жителей этого города. Мы и дождались этого долгожданного дня. Сегодня в Москве я даю большой сольный концерт после зала в Крокусе. Это достаточно большое расстояние, но в эти месяца проходили тоже множество концертов, которые добавляли мне опыта, отшлифовывали мое мастерство певческое. И вот сегодня я приехал сюда с новой программой, с новыми песнями. Сегодня находятся в зале знаменитые гости, о которых я скажу позднее, авторы песен, которые я сегодня буду исполнять. И сегодня меня аккомпанирует замечательный пианист, которого вы только что слушали, Александр Тевелев. Начну я с нашей русской классики. Романс Петра Ильича Чайковского на стихи Алексея Толстого «Горними тихо летела душа небеса». Слезы в пространство, не упадает звезда.